Всем привет, меня зовут Светлана Репницкая, старший золотой директор в компании Reflame. Сегодня партнеры с России получают свой доход, вчера партнеры с Украины получали доход. Это уже, кстати, вторая выплата в июне. И кроме основного дохода, да, я получила премию $3000 за закрытое звание старшего золотого директора. Всем привет, меня зовут Марина Брикаева, я живу в городе Одесса, и я тоже получила вчера, Украина у нас получала зарплаты, да, доходы, вторую выплату за июнь. Куда потратим деньги? Мы в конце июля едем в путешествие по Европе, плюс гастроли с заездом в Париж, поэтому возьмем часть туда. И вторую часть мы недавно приобрели вторую квартиру. Заплатили первый взнос, да, за заработанные деньги в Oriflame, и сейчас выплачиваем очень удобную, классную рассрочку без переплат. Всем привет! Желанины на связи с Кипра. Вчера моя мама получила деньги от Oriflame. И сегодня уже второй день, и мы до сих пор и тратим на развлекухи на Кипре. Всем привет, меня зовут Ландыш Зарипова, я из Казани. Я мамочка двоих деток, младшему у меня всего лишь один месяц. И я очень благодарна, что еще в первом своем декретном отпуске я получила сообщение о том, что можно работать удаленно в партнерстве с компанией Oriflame. И я очень рада, что я зацепилась за этот бизнес, за эту возможность. Благодарю себя за то, что в свое время отпахала, так скажем, еще в 2015 году построила этот бизнес. И сейчас могу получать пассивные деньги, пассивный доход каждые 3 недели, даже находясь в декрете с малышом и работая уже не в таком режиме, так скажем, да, в лайтовом режиме. Вот, поэтому за июнь у нас было 2 перечисления. Ребят, новички, хочется пожелать вам всем разобраться, не бросать, продолжать и обязательно сделать этот бизнес, и как можно быстрее. Всех приветствую, дорогие партнеры, дорогие коллеги. Ну, я тоже хочу поделиться своим доходом за июнь месяц. Это второй доход, который пришел у нас сегодня. И хочу сказать, что у нас это не редкость. Мы очень часто получаем по 2 раза в месяц свои доходы, потому что у нас 17 зарплат в году, и это очень здорово. Я нахожусь в звании сапфирового директора, вот как раз за закрытое звание я и получила в начале июня премию по новому плану успеха 400 тысяч рублей. В итоге, в общем, если это все сплюсовать, за июнь месяц у меня вышло 533 тысячи рублей. А куда потратила свою премию, вообще свои денежки вот в этом, допустим, месяце, да? Ну, мы недавно приехали из Турции, отдыхали, я первый раз возила свою семью за границу. Дочка была просто счастлива, она мне сказала: «Мамочка, спасибо, ты исполнила мою мечту». И вот, услышав эти слова, мне хочется еще больше пахать. Просто, когда я увидела вот глаза своих близких, своих родных, любимых людей, мужа, дочки, у них радость такая была в глазах, ребят, вы просто не представляете, насколько я-то была счастлива, когда я вижу, что они счастливы. Мы съездили, отдохнули, приехали, и я получила свои деньги, я приехала с отпуска, я не работала, но инвестировав свое время, свое
личное время я поставила свой бизнес. Я получаю пассивный доход. Пассивный доход – это настолько, ребят, круто. Ты понимаешь, что один раз хорошо вложив свое время, инвестировав его и поработав, ты будешь получать эти авторские деньги всю жизнь. Это очень круто. Что бы у тебя ни случилось, да, а в жизни бывает всякое. Ты просто можешь кайфовать, заниматься своим хобби, семьей и так далее. Ты, может быть, там что-то, какая-то жизненная ситуация получилась, что ты, ну, не можешь ты работать, да, а ты будешь получать эти деньги, потому что ты поработал какое-то время, да, попахал, вырастил директоров, вывел их на новые возможности, на новые уровни, и, соответственно, твоя команда начала расти уже без тебя. Она уже открепилась, она уже самостоятельна. И это очень классно, это очень здорово, понимаете? Вот, ну и до этого я все премии тратила в семью, покупала что-то такое, ну, расплатилась со многими кредитами из прошлой жизни. Купила дачу, сделала ремонт во всей квартире, обставила, бытовая техника, кухня. Взяли новую машину от компании, по автобонусу я воспользовалась. Вот, то есть все премии я, конечно же, все в семью. Ребят, еще хотела, знаете, что сказать? Моя мотивация очень-очень сильна, знаете, еще какая? В том, что я сейчас понимаю, что я делаю будущее для своих детей и для своих внуков. Потому что этот бизнес, он передается по наследству. Вот все, что я сейчас смогу сделать, это достанется моим деткам. Представляете, какое наследство я им оставлю? Это же очень классно. Будут они в этом бизнесе? Не будут. Они будут получать эти пассивные доходы. Я работаю на их будущее. Ну и, соответственно, радуемся сейчас мы жизни. Я, мне просто страшно, я вот иногда вот в ужаснейшем своем сне вижу, что было бы, если бы я не пришла сюда в Орифлейм, если бы меня не, ну не пришла бы, я не разобралась в этой информации, либо послушала какую-то Дашу с Глашей, с которой сказали мне, ой, да ты что, какая-то глупость, Люб, иди-ка лучше найди себе работу нормальную. Меня просто передергивает, когда вот я просто понимаю, если бы я не воспользовалась этим шансом, если бы я опустила руки, когда они опускались 1000 раз, если бы я не поработала над собой, ведь самое, вы понимаете, действия-то здесь очень легкие, ребята, не легкие действия, но самая сложная работа, это работа над собой, это самая сложная работа. И если вы будете работать над собой, если вы будете верить в себя, если вы будете дисциплинировать себя, понимаете, то у вас все обязательно получится. Мы не отличаемся друг от друга ничем абсолютно, у нас равные возможности. Руки есть, голова есть, самое главное голова, кстати, ноги есть. Что вам мешает? А как же твои мечты? Неужели тебе не хочется путешествовать по нескольку раз в год? Неужели тебе хочется, чтобы твои дети ни в чем не нуждались? Неужели тебе не хочется просто прийти и купить себе без кредитов, без всего норковую шубу, либо iPhone последней модели? Неужели тебе всего этого не хочется? Люди говорят, хочется. Так вот, если хочется, работайте над собой. Ребят, у вас все обязательно получится. Мы такие же были все новички. Такие же, с равными возможностями. То есть мы сюда пришли, и мы в этом направлении абсолютно ничего не понимали. Абсолютно ничего. Но мы горели, мы понимали, что это единственная возможность пробиться в этой жизни и начать зарабатывать. Если у вас муж не миллионер, если у вас родственники без связей, без денег и так далее, если у вас нету таланта какого-то, певицы, или там вы не выдающийся спортсмен, или у вас там, не знаю, 5 красных дипломов, то, ребят, вы думаете, вы подниметесь, и что-то изменится в вашей жизни? Нет, конечно, ничего не изменится. Если вы хотите жить, как живете сейчас, тогда это ваша жизнь. Но если вы не хотите, как говорите, тогда делайте что-то.